В этом фильме мы расскажем о православии в Болгарии. С крещения болгарских земель началось христианское просвещение славянских народов. Единая вера легла в основу братских отношений между болгарами и русскими. Мы посетим Александро-Невский собор в Софии, построенный болгарами в знак благодарности русским воинам, освободившим страну от османского ига. Доберемся до затерянных в горах руин древних обителей. Посетим Рыльский монастырь, место духовных подвигов покровителей Болгарии, преподобного Иоанна Рыльского. По преданию, в апостольские времена на территории современной Болгарии проповедовал святой Андрей Первозванный. По жребию ему выпало посетить с евангельской миссией обширные земли по обе стороны Черного моря. Святой апостол благовествовал о Христе и в Варне. Вместе со святым апостолом Андреем Первозванным на территории нынешней Болгарии проповедовал и святой апостол Петр. Есть сведения, что один из них посетил побережье Черного моря, а другой — тогдашние провинции Миссию и Фракию. В Болгарии сохранились свидетельства жестоких гонений, которым подвергались христиане в период римского владычества. В Старом Пловдиве уцелело основание мартириума, мемориального сооружения, построенного на месте казни христианских мучеников Севериана и Мемноса. Неподалеку от мартириума построили церковь святого равноапостольного царя Константина и его матери, царицы Елены. Константин Великий очень любил город Сердику. Даже задумывал сделать его столицей Римской империи. Здесь, в соседстве с этой древней церковью, находился дворец Константина. И он проводил в этой резиденции несколько летних месяцев. В Константиновом квартале была возведена ротонда святого Георгия. Сооружение использовалось как баптистерий. Под его куполом совершалось таинство крещения. В годы правления императора Юстиниана Великого ротонда была превращена в церковь. Внутри чудом уцелели фрагменты 5 слоев фресок разных периодов. Лик святого ангела – уникальный образец средневековой болгарской стенописи X-XI веков. В результате религиозной реформы святого равноапостольного царя Константина в Сердике появилась епископская кафедра. В 343 году в городе прошел поместный Сардикийский собор, осудивший арианскую ересь. Для участия в соборе в город прибыли митрополиты и епископы со всех концов империи. В то время в городе еще не было ни славян, ни болгар. Там проживало коренное фракийское население, часть которого приняла христианство. В VI веке в городе была построена церковь Святой Софии. Много веков эта церковь остается символом болгарской столицы. В XIII-XIV веке храм был настолько известен, что и город стали называть Софией. Болгарский царь Иоанн Александр подписал декрет и постановил, что город Сердика переименован в Софию, что означает «премудрость Божия». Церковь Святой Софии сильно пострадала во время нашествия варваров. В период Османского ига она была превращена в мечеть. В середине XIX века после сильнейшего землетрясения оказалась заброшена. При реставрации выяснилось, что прежде на этом месте находилось 4 более древних христианских храма, которые, в свою очередь, были возведены на территории древнего некрополя. Полы древних храмов, предшественников Святой Софии, были выложены мозаикой. Ее фрагменты сохранились до наших дней. Важным открытием последних лет стали захоронения, обнаруженные вблизи храма Святой Софии. Внутри одной из каменных гробниц
отчетливо видны не только выписанные натуральными красками христианские кресты, но и начертанные на латыни слова «Доминус Господь, Деус Бог». В конце V века славянские племена, которые с севера перешли через Дунай, осуществляют набеги. Первоначально их целью был грабеж. Но постепенно они начинают оставаться на полуострове на зиму. После прихода протоболгарских племен, которые вступают в союз со славянами, в 681 году уже образовалось и болгарское государство. В 865 году по инициативе святого равноапостольного царя Бориса было совершено крещение болгарского народа. Сам правитель принял святое крещение под именем Михаила. Христианство византийского образца объединило молодую болгарскую нацию. Начался культурный и экономический подъем. За невероятно короткий срок страна превратилась в самую большую и могущественную державу на Балканах. Царь Борис Креститель с почетом и уважением принял изгнанных из Великой Моравии учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В Моравии ближайшие сподвижники создателей славянской письменности претерпели гонения от латинских миссионеров. Истощенные, одетые в лохмотья, они прибыли в Болгарию. Благодаря святым равноапостольным Клименту, Науму и Ангеларию в Болгарии развернулась активная книжная деятельность. Археологи полагают, что в окрестностях Варны находился скрипторий, монастырская мастерская по переводу рукописей на старославянский язык. У истоков этой деятельности стоял святой равноапостольный Наум. Ангеларий очень быстро умирает вследствие именно тех гонений в Моравии. Климент отправлен святым Борисом в Охрид для основания другой, уже охридской книжной школы. И именно Наум остается здесь главным последователем святых братьев Кирилла и Мефодия, и он организовывает все это делание. В ходе археологических раскопок были обнаружены основания общежительного корпуса и храма древнего монастыря. Скрипторий, вероятно, был одним из самых больших в Европе. Его площадь превышала 400 квадратных метров. Здесь находился огромный монастырь 9 века. На этом месте найден печать нашего святого царя Бориса. И это одно из немалых, между прочим, свидетельств о том, что это один из монастырей, который наш святой креститель основал. Книжное дело при святом царе Борисе прежде всего способствовало распространению Евангелия. Проведение богослужений на родном для славян языке заложило основу независимости болгарской церкви от Константинополя, хотя процесс этот будет долгим. При царе Симеоне Великом ученик святых братьев Кирилла и Мефодия Климент Охридский был возведен в сан епископа. Он стал первым болгарским иерархом, который служил, проповедовал и писал на славянском языке. В 919 году на поместном церковном соборе в Преславе провозглашается автокефалия болгарской церкви. Однако Византия признает ее только при следующем болгарском правителе, святом царе Петре. Наилучшей проповедью веры Христовой в новокрещенной болгарской земле стала подвижническая жизнь святого Иоанна Рыльского. На протяжении многих столетий основанный им Рыльский монастырь остается духовным центром Болгарии. Иоанн Рыльский рано лишился родителей и был вынужден пойти в пастухи. Однажды хозяин стада, которое он пас, избил Иоанна за то, что тот потерял теленка. Святой отрок обратился с молитвой к Богу. Ему было явлено чудо. Иоанн нашел теленка за рекой Струмы. Но воды реки сильно поднялись. Чтобы перейти на противоположный берег, святой положил на воду свою одежду, начертал на ней крест, взял теленка и прошел с ним по воде, как по суше. Хозяин стада был поражен увиденным чудом и отпустил отрока. Приняв иноческий постриг, преподобный Иоанн подвязался в лесной хижине. 12 лет он провел в отшельничестве.
В 4 километрах от Рыльского монастыря скрыто от мирской суеты место отшельничества преподобного Иоанна. Добраться сюда можно только пешком. В Рыльской пустыне покровитель болгарской земли совершал великие духовные подвиги. Сохранился камень, на котором он, по преданию, провел под открытым небом больше 6 лет. Все время святой Иоанн пребывал в плаче о своих грехах и неустанной молитве. После святой удалился в пещеру. Паломники сегодня оставляют здесь записки с просьбами и молитвами. Еще при жизни святого Иоанна, неподалеку от места его отшельничества, стали селиться братья. У реки Рыла был основан монастырь. Случайно это единственный монастырь, который в турецком Ропсе продолжал иметь живое монашество. Вот. И люди приезжали сюда, даже турские владетели приезжали сюда молиться об исцелениях, о помощи в своих общественных, военных всяких дел. Ну, святой Иоанн, конечно, всегда устраивал все в нашу пользу. Первым игуменом обители был сам преподобный Иоанн Рыльский. Он оставил для братьев завет. Правила иноческой жизни. Прежде всего завещаю вам хранить святую веру непорочной и не затронутой никаким зломыслием. Как вы восприяли ее от святых отцов, не вдаваясь в чуждые и различные учения. Стойте крепко и держитесь преданий, которые вы услышали и увидели от меня. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево, но идите по царскому пути. Преподобный Иоанн Рыльский. Последние 5 лет земной жизни преподобный Иоанн Рыльский провел в пещере, в безмолвии и молитве. Погребен он был в каменной гробнице, в притворе возведенного рядом храма. Святые мощи Иоанна Рыльского не раз перевозили из одного города Болгарии в другой. В тревожное время борьбы Болгарии с Византией святыня находилась в Софии. В годы расцвета Второго Болгарского царства нетленные мощи преподобного были перенесены в новую столицу – Велико-Тырново. И, наконец, в 15 веке возвращены сюда, в Рыльский монастырь. Сестры другой болгарской обители, расположенной неподалеку от Велико-Тырново, хранят традиции старейшего в Болгарии Килифаревского монастыря. Он был основан в середине 14 века. Благодаря просветителю и книжнику преподобному Феодосию Тырновскому монастырь стал центром учения исихазма. Исихасты придавали особое значение языку канонических и богослужебных книг. Они создали стиль плетения словес, считая, что язык божественных книг не может быть обыденным. Это должен быть язык образный, изысканный. В обители преподобного Феодосия Тырновского свой монашеский путь начал святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси. Единомышленник преподобного Сергия Радонежского в вопросах духовной жизни и просвещения, владыка Киприан был и его политическим союзником. Будучи архипастырем Литвы, в 1380 году он благословил князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей идти на Куликово поле помогать москвичам биться с Мамаем. Позднее, когда к Москве подойдет Тамерлан, именно Киприан отправит во Владимир крестный ход за чудотворной иконой и построит на месте встречи ее, в благодарность за спасение города, Сретенский монастырь. Историки и искусствоведы склонны полагать, что это святой Киприан позвал на Русь Феофана Грека, и что его идеям, вдохновлявшим Рублева, мы обязаны появлением новой иконографии Пресвятой Троицы. Святитель Киприан способствовал сплочению русских княжеств вокруг Москвы. При нем на севере страны возникло множество новых обителей. По всей стране строились храмы. Начинавший свой путь вместе с великим болгарским книжником Феодосием Тырновским, святитель Киприан совершенствовал церковный устав и внес огромный вклад в развитие книжного дела Московской Руси.
Родной для святителя Киприана Килифаревский монастырь был разрушен османами. Обитель с таким же названием возвели к 1718 году на соседнем холме, на месте бывшего монастырского скита. В пределе преподобного Феодосия Тырновского можно увидеть редкие иконы, написанные лучшими представителями Тревнинской школы иконописи. Произведением искусства является и резной иконостас, изготовленный тревнинскими резчиками. В тяжелый период османского рабства болгарский народ с молитвами о помощи и заступничестве обращался к православным святым. В Болгарии сохранилось около 160 монастырей, большинство из них расположены в горах. На протяжении 5 веков османского ига, оставаясь непоколебимыми духовными твердынями, монастыри одновременно служили и крепостями. Это район Софийской Малой Святой Горы, территория Софийской епархии. Здесь огромное количество храмов и монастырей. Есть такие, от которых остались руины, но и действующих немало. Только в районе городов Годич и Драгоман расположено 58 церквей и монастырей. Одна из разрушенных церквей – храм Архангела Михаила. Неподалеку от него уцелел каменный крест. Во время турецкого ига он был установлен высоко в горах. Возле него тайно совершались богослужения на болгарском языке. В день святых апостолов Петра и Павла в горную деревушку Брезе на склоне Софийской Малой Святой Горы приезжают жители соседних поселков. У каменного креста, близ церкви Святой Параскевы и Пивацкой Болгарской, совершается обряд, который в этом регионе называют курбан или подношение у обручного креста. Это симбиоз между ветхозаветными жертвоприношениями, которые совершали патриархи Авраам, Исаак, Иаков, и более поздней традиции нашего региона, которая зародилась во время турецкого рабства и сохранилась до наших дней. Петров день – один из важнейших христианских праздников Болгарии. Ему предшествует двухнедельный пост. Для разговения хозяйки готовят сытные угощения. Пир начинается с того, что священник надрезает каждую питку – болгарский каравай. Основные блюда для всех гостей праздника, сколько бы их ни пришло, по традиции готовит та семья, среди предков которой были Петр или Павел. На праздник приносим картошку нового урожая, черешню, сладости. И то, чему мои дочери очень радуются, это хлеб, который делаем дома. Тесто надо замесить собственными руками, подождать, пока оно подойдет. Вот так. Паломнические, а тем более туристические маршруты проходят в стороне от этих мест. Сегодня на 8 храмов, расположенных в окрестных деревушках, остался один священник, поскольку число прихожан заметно сократилось. Первая церковь на этом месте была построена в 17 веке. Нынешнюю возвели в 1820 году, сохранив облик храма османского периода. Был такой закон: нельзя строить церковь выше турка на лошадь. Если выше, чем турок, севший на лошадь, сразу сносили эту церковь. И вот так выглядит сегодня. Тяжелые испытания во время османского ига выпали на долю жителей Ловича. В 1784 году город был сожжен. Большая часть христианского населения уничтожена. Из 20 тысяч человек в живых осталось лишь около 5 тысяч. В период национального возрождения Лович стал революционной столицей Болгарии, центром сопротивления, которое возглавил болгарский апостол свободы Васил Левский, в монашестве иеродьякон Игнатий. Освободили Лович русские войска. Плевен, там был такой осман-паша, который не позволил турецким солдатам, чтобы издевались над населением. Когда он попал в плен, ему, конечно, взяли саблю. На другой день русский император ему вернул саблю.
Это было уважение за то, что он не позволил. Он себя вел как солдат, не позволил, чтобы издевались над христианским населением. Чего в Ловеч, конечно, не было. Здесь многие погибли. Со времен русско-турецкой войны в храме Святой Троицы хранится чудотворная икона Архангела Михаила. В Ловеч образ принесли русские офицеры перед последним сражением за город. Архангел Михаил защитил освободителей. Число погибших и раненых в рядах русской армии было минимальным. Война за освобождение Болгарии получила в России широкую общественную поддержку. В действующую армию отправились русские врачи, фельдшеры, сестры милосердия. Самую тяжелую работу в полевом госпитале близ города Бяла выполняла Юлия Вревская. Баронесса, блиставшая в высшем свете, добровольцем отправилась в Болгарию и стала сестрой милосердия. В госпитале она заразилась тифом и после 2 недель мучительной лихорадки скончалась. На ее смерть откликнулись Виктор Гюго и Иван Тургенев. Помогать нуждающимся в помощи. Она не ведала другого счастья. Не ведала и не изведала. И вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу. Хоть она сама и стыдилась, и чуждалась всякого спасибо. Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу. Иван Тургенев. Решающее противостояние освободительной войны развернулось за Шипкинский перевал. 4 месяца под дождем и снегом русские солдаты и офицеры сдерживали натиск турок, обеспечив успех наших войск на других фронтах. В январе через перевал прошла русская армия. Дорога на Константинополь была открыта. Османы вышли из войны. В местечке Сан-Стефано, возле столицы разгромленной Османской империи, 19 февраля по старому стилю 1878 года был заключен мирный договор. Государственность Болгарии была восстановлена. Исторический момент увековечен на барельефе, установленного в центре Софии памятника русскому царю Александру II Освободителю. А первым монументом, возведенным в столице в честь воинов-освободителей, стал русский памятник. Обелиск стоит на пути, по которому Осман-паша бежал из Софии. Болгарская православная церковь и сегодня, во время каждой литургии, вспоминает царя-освободителя Александра II. В знак благодарности русским солдатам и офицерам в Софии был воздвигнут патриарший кафедральный собор святого Александра Невского. Из общего в храмовой архитектуре не редко видим. В храмовой архитектуре редко можно увидеть настолько музыкальный экстерьер, каким является экстерьер храма святого Александра Невского. Каскад куполов и полукуполов, окна, которые как бы в одном хоре воспевают Бога. Вдохновенное, я бы сказал, почти божественное произведение искусства. Когда его строили, начинается период войн. В 1915-м Болгария вступает в Первую мировую войну на стороне Германии против Антанты, то есть против России. Это не получило одобрения среди болгарского народа. Но тогдашний болгарский монарх Фердинанд решает, что храм Александра Невского, который все еще не был освящен, перепосвятят Кириллу и Мефодию, которые являются универсальными святыми, а не конкретно русскими. Он сказал: «Мы не можем допустить, чтобы самый красивый болгарский храм был посвящен русскому святому». Это, конечно, богословский нонсенс. Святые принадлежат всей Вселенной. Но поскольку Болгария проиграла войну, его все же освятили в честь именно первоначального святого. После Октябрьской революции Болгария приняла покинувшие родину обескровленные русские семьи. Первым молитвам будущего православного священника протоиерея Эмила научила его бабушка Цветанка. Она была дочерью кубанского казака Ильи.
На чужбине казак сохранил и веру в Бога, и преданность родине. Мы праздновали и Богоявление, и Рождество, и Пасха, как тайна. Но вот была живая традиция. Для белого иммигранта Болгария, она как родная. Как духовный старец Владыка Серафим сказал: «Иди и не бойся, и у тебя будет маленькая сторонушка». Вот эта маленькая сторонушка для этого всех иммигрантов была Болгария, православная Болгария. В 20-е годы в Болгарию прибывало все больше и больше беженцев из России. В Софии, Пловдиве, Варне, Шипке и других городах возникали русские общины, а вместе с ними строились и русские храмы. Управляющим русскими православными приходами в Болгарии был назначен архиепископ Серафим Соболев. К тому времени он был настоятелем Свято-Никольского храма. Бывший посольский храм стал центром духовной жизни русской Софии. Архиепископ Серафим Соболев погребен в крипте Свято-Никольского храма. При жизни он прославился прозорливостью. После кончины владыки продолжает расти число людей, на личном опыте испытавших чудодейственную силу, обращенных к нему молитв. Подворье патриарха Московского и всея Руси в Софии бережно хранят традиции, заложенные в годы настоятельства владыки Серафима. В Свято-Никольском храме на протяжении десятилетий русские эмигранты получали духовное окормление. В приходе велась активная благотворительная деятельность. Помогали одиноким и малоимущим. Больных определяли на лечение в русскую больницу. Храм святителя Николая Мирликийского сегодня остается местом молитвенного единения русской и болгарской церквей. Комаровы стали частью русской православной общины Софии в середине прошлого века. В семье Комаровых есть свой герой русско-турецкой освободительной войны. Генерал-лейтенант Наркиз Комаров получил 18 ранений под Плевной. Был ранен в грудь, а так как его жена ему дала образ, который он носил всегда, так турецкая пуля рикошетом попала в образ, и под ним получилось бы большое такое рана получилось все-таки. Да. Даже говорили, что Пирогов его оперировал, да, лично. Из того, что в 20 веке Комаровы привезли в Болгарию, самое ценное – икона Спасителя, доставшаяся в наследство от деда по материнской линии. Когда они прибыли в Новороссийск, в Крым на тачанке, не только у красных были тачанки, но и у белых, и прибыли в Крым, то уже пароход был готов отходить, отдавали уже эти концы, все. И его солдат узнал, говорил: «Борис Густавович, берите, идите по трапу, но никаких вещей, говорит, переполнен пароход». И он тогда успел взять только эту икону. Болгария в начале нового тысячелетия отдала дань уважения своим историческим корням. На должность премьер-министра был избран царь Симеон II. Сын Бориса III формально занимал престол с 1943 по 1946 год. После упразднения монархии Симеон II эмигрировал и только в 2001 году вернулся на родину. Сформированная им партия выиграла парламентские выборы. Бывший болгарский царь возглавил правительство. Не так давно болгарская церковь возобновила поминовение царя Симеона на богослужениях. Однако сам он обратился к патриарху Неофиту с просьбой отменить это синодальное решение, вызвавшее дискуссию в обществе. После падения коммунистического режима в болгарской церкви произошел раскол. Новое, так называемое демократическое правительство вмешивалось в дела церкви не менее активно, чем предыдущее коммунистическое.
и раскол при его поддержке стал набирать обороты. В 1998 году на расширенном заседании Синода Болгарской Церкви с участием патриарха Константинопольского Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Алексия II основные лидеры раскола принесли покаяние и вернулись в лоно Церкви. Тем не менее, окончательное преодоление раскола наступило только после того, как премьер-министром страны стал бывший царь Симеон, твердо стоявший на позиции поддержки канонического православия. Преодолеть раскол удалось во многом благодаря деятельности святейшего патриарха Максима. Он возглавлял Болгарскую церковь с 1971 по 2012 год. Когда Марину Найденову Минкову было 12 лет, родители отдали его послушникам в Троянский монастырь. Родное село будущего патриарха Аришак находится неподалеку отсюда. Его святейшество, блаженно почивший патриарх, пережил великие испытания. Он преодолел тяжелый раскол, тяжелый режим безбожия, много гонений, лично направленных против него. Но, как воин Христов, он устоял, и Бог даровал ему дожить до глубокой старости, чтобы стать примером и вдохновением для нашей Болгарской Православной Церкви. Святейший патриарх Максим скончался на 99-м году жизни и был погребен в храме Успения Пресвятой Богородицы. Поклониться ему приезжают верующие со всей Болгарии. Паломников в Троянскую обитель во все времена притягивала и величайшая святыня – чудотворная икона Троеручица. Третью серебряную руку к образу Богоматери и Младенца приставил преподобный Иоанн Дамаскин в память об одном из первых чудес, совершенных по молитве к Богородице. Преподобному Иоанну отрубил руку халиф Дамаска. Святой всю ночь молился перед иконой, и его рука исцелилась. Другой почитаемый образ Богоматери находится в Бачковском монастыре, расположенном в Родопских горах. Чудотворную икону умиления в 1311 году принесли в дар грузины. Первоначально в Бачковском монастыре жили только грузинские монахи. Обитель была основана в 1083 году Григорием Бакуриани, выдающимся полководцем, сподвижником императора Алексея I Комнина. В конце XIV века в стенах монастыря был заточен патриарх Ефимий Тырновский. Величайший болгарский просветитель во время борьбы с османами стал опорой для бедствующего народа. Он лично ездил в лагерь захватчиков просить о помиловании плененных болгар, явив пример христианского самопожертвования. В наши дни в старейшем монастыре Европы осталось совсем мало иноков. В святой обители сегодня как никогда мало монахов. Наверное, система ценностей молодых людей отличается от требований традиционного православия. Монашество, образно говоря, постарело. Чуть в стороне от монастырских стен расположено самое древнее здание обители. Церковь-усыпальница, построенная в нехарактерном для Болгарии стиле средневекового грузинского зодчества. В верхнем этаже расположена часовня, в нижнем – костница. В ней размещено 14 гробниц для членов семейства Бакуриани. Особую ценность представляют фрески Иоанна Заграфа и Верапулица. Фрески создавались под влиянием Константинопольской школы. Эта фреска изображает отрывок из книги пророка Иезекииля о всеобщем воскресении, когда сухие кости мертвых снова облекутся в плоть. Я изучаю эту иконографию, работаю с литургическими текстами, текстами из монашеского опыта, в том числе отцов X века. Это традиция, которая во многом была утрачена. Вот почему это особенно интересно и не имеет аналогов. От Византии болгарская церковь унаследовала и традиции церковного пения.
XIII веке преподобный Иоанн Кукузель, который болгарин на Афоне подвязался, он считается самым большим реформатором. И с тех пор уже в Болгарии образовались и школы церковного пения. Самое замечательное из тех времен – это школа города Елены и Рыльская школа. Здесь, в Рыльском монастыре, где мы находимся, тоже существовала большая школа церковного пения. И вот здесь именно могила основателя этой школы. Большой музыколог, монах Неофит Рыльский. И так преимущественно в монастырях сохранялось это пение. И даже во время турецкого рабства оно не потерялось. Высочайшим мастерством церковного пения славится святейший патриарх болгарский, митрополит Софийский Неофит. В Болгарии сегодня восстанавливают древние обители и строят новые церкви. В Ловиче освящен храм в честь святых Кирилла и Мефодия. В Великотырнове возведена церковь Воскресения Господня, на колокольне которой установили колокола, переданные в дар святейшим патриархам Московским и всея Руси Кириллом. Болгарская и русская церкви – две христианские общины, связанные между собой исторической памятью и жертвенной братской помощью. В русской православной церкви вот уже более четверти века продолжается беспрецедентное возрождение после многих десятилетий коммунистического режима. В болгарской церкви такое возрождение только начинается. Повсюду налаживается приходская жизнь. В древнейшие обители Болгарии приезжают сотни паломников из разных стран мира, в том числе верующие из России. Болгарская церковь молится и о возрождении монашеской жизни. Забота о многих из древних обителей – сегодня лежит на плечах всего одного-двух монахов. Но болгарские монастыри, как это бывало уже не раз, выдержат испытания. Ведь именно в этих стенах живет дух независимости болгарского народа.